твори добро. Сегодняшний выпуск посвящается вам. Мы вчера получили две посылочки. Одну с Москвы от подписчицы нашей Алены. С замечательными подарками хвостиком и с письмом. Дорогие хвостики, Эрни, с наступающим вас Новым годом и Рождеством. Это маленькие подарки для вас, наших детишек. Все, кто болеет, пусть быстрее поправляются. Клепочки, чтобы был здоров, обязательно в Новом году. А также малышки Кирочки быстрее поправятся. Девочки, тронута. Эмоции переполняют. Это самое, наверное, большое счастье, что вы заботитесь о наших пушистиках, что они вам не безразличны, что они стали вам такими же родными и близкими, как и мне. Сейчас мы будем раздавать подарочки ребятам, вкусняшки, тут мячики, шарики. Еще одна посылочка была нам послана Машей Кудиновой из Германии. Там было много пеленок, кстати, одноразовых. Маша, спасибо огромное, сейчас они прямо мне в пользу. Это на Рождество, ребятам на вкусняшки. И, конечно, тоже было приложено письмо. Было много амуниции, я оставила их, к сожалению, дома, они всегда пригодятся для приюта. Читаю письмо вам. Здравствуйте, Наташа. Меня зовут Мария Кудинова. Вот собрала для вас и ваших хвостатых команды скромную посылку. В этой посылке, Наташа, не все вещи новые. Вы уж простите, они оставались у меня как память о моем боксере Тайсоне. Тайсону пушистых облачков, я знаю, как это больно терять питомцев, ушедшим 2 года назад на радугу. Я подумала, что они могут вам пригодиться. Конечно, Маша, спасибо большое, пригодится все. Маленькие шлейки, это для кошек и щенков. Ремень безопасности для собак, перевозимых в машине. Нужно использовать как пеленки многоразового пользования, легко стираются. Ну и немного вкусняшек для кошек и щенков. 20 евро для кукушки и отри. Не знаю, чем порадовать вас. Вот думаю, кофе или хороший чай, чай пьют все. С наступающим вас, всех благ и здоровья, с уважением, Мария Кудинова. Машенька, мы с вами общаемся в WhatsApp, я очень рада нашему знакомству, нашей дружбе. И спасибо вам всем огромное. Спасибо за то, что принимаете участие в нашем приюте. Это такой вот вам рождественский новогодний подарок тоже от нас. То есть мы сегодня, как могли, постарались, одели собачек, потому что они тоже передают вам свое спасибо большое-большое искреннее. Спасибо, что вы с нами, что вы душой, что вы болеете за нас, что вы помогаете нашему приюту. Для меня это, поверьте, очень ценно. Ценно, что у меня такая большая уже состоявшаяся дружная семья. Вот. Хочу тоже, в свою очередь, поздравить вас всех-всех с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам искренне это здоровье. Девочки, для нас, мальчики, главное здоровье. Остальное все приложится. Как быть нам по жизни поможет. Любите животных. Делайте собак счастливыми, потому что именно они делают нас счастливыми вдвойне. Собака – это то существо, которое никогда не предаст Эрни, никогда не подставит, в отличие от людей. Будьте счастливы. Мира, добра, любви вам в новом наступающем 2020 году. Хочу еще искренне сказать спасибо большое Александру Германия, Элла Германия, Маргарита Чехия, Танечка Съездина, Света Боякова, то есть все, кого... Так, особое спасибо, Дина Кардашева, всегда помогаете. Сейчас новые девочки, Лена Келькель. Сейчас вы увидите попозже щенков, которые были с пуповиной. Я обязательно вам обещала, сейчас попозже я их выпущу, вы на них посмотрите, какие мы стали, как мы выросли, насколько вложено труда в них, сил. Ну а теперь, ребята, подарки! Thank you.
так вот тут, да. Спасибо огромное, девочки, что и мне уделили внимание за шоколадочки. Прям отдельное спасибо, респект вам.